Дождь, по-моему, не может быть некрасивым. Но когда ты на байдарке, и он так льет, не давая тебе никуда возможности выйти, становится как-то немножко грустно. Но еще и мокро. Поэтому я надеюсь, что он все-таки закончится. Но вливает конкретно. Не буди лихо, пока оно тихо. Главное, чтобы я не улетел, как Элли. Ну и стоило мне только-только вспомнить про дождь, как он не замедлил тут же начаться. Как по заказу. Не будите лихо, пока оно тихо. Пришлось залезть под кусты. А дождь вливает. Переждем. Лучше дождь не вспоминать, чтобы час здесь не торчать. Вот так вот. Пришлось пережидать в таком вот уютном местечке. Благодаря вот этому дереву я, конечно же, спасен от дождя. Но целый час времени я провел совершенно без толку. Надо было бублики взять поближе к себе. Тогда было бы весело. Ну что ж, еще немножечко и пойдем дальше. Сил ждать у моря погоды, ну, никаких нет. Пришлось облачиться опять в свой дождевик. И поехали. Все-таки мы вперед. О! Дождина все-таки серьезно припустил. Ну, лодка укрыта, я тоже закрыт. И пока пойдем, а дальше посмотрим. Если встретится какое-нибудь хорошее местечко, можно и как раз пообедать. А пока что-то не очень. О, какая коряга. Не очень. Очень жаль, что такие красивые места приходится проходить в столь некрасивую погоду. Хотя, как сказать, некрасивую. Дождь, по-моему, не может быть некрасивым. Но когда ты на байдарке, и он так льет, не давая тебе никуда возможности выйти, становится как-то немножко грустно, но еще и мокро. Поэтому я надеюсь, что он все-таки закончится. Но вливает конкретно. Не буди лихо, пока оно тихо. Ух, золотые слова. Все, камеру прячу, дабы она не промокла, а то на нее уже капает. Итак, третий день завершается несколько раньше, чем я предполагал. Сейчас где-то около 5 часов вечера. Но такая погода, точнее не погода, вынудила меня уже поставить палатку, залезть в нее, чему я очень рад. Потому что там дождь прекратился, но начался такой какой-то шквалистый ветер, что в любом случае путешествие на байдарке дальше не было смысла продолжать. Так что такой вот третий день. Финиширую, где Куркино. Нет, Курино. Курино. Бывает непогода на реке, а бывает на земле. Когда такой ветер, что того и гляди, унесет вместе с палаткой в страну Оз.
Дождь прекратился, но ветер не дает покоя, играя с моей палаткой. А местечко у нас сегодня вот такое. Здесь под этим деревом. Очень симпатично получилось поставиться. Но ветрено. Зато нет комаров. И это тоже большое преимущество. Ну, а небо немножко развеивается. Так что, надеюсь, завтра погода будет получше. Итак, нитка третьего дня путешествия Вербилова. Ночевка была здесь. И очень ранний подъем в связи с погодными обстоятельствами заставил встать на воду в 6:30 утра. И вот так вот пошло. Отлично, отлично, отлично. Здесь как раз попадаются холмы, на которые я залезал для того, чтобы взглянуть на окружающую местность. И далее, далее, далее река вьется, 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 как серпантин. Здесь меня застает дождь. Но места, конечно, красивые, но уж очень, так сказать, погода неуютная для путешествия. Здесь мы проходим Вертячи. Его я даже из-за дождя не смог снять. И Курино, где мы сегодня остановились, вот на этом поворотике. И надеюсь, что ночь пройдет спокойно. Но как она пройдет, узнаем завтра. Так что всем пока-пока! Главное, чтобы я не улетел, как Элли.